В ней будут накапливаться страховые случаи не только по договорам ОСАГО, но и по добровольным видам страхования, таким как КАСКО. Ведь должны страховщики знать, с какой историей к ним приходит автомобиль, а тем более его страхователь. И именно эта информация будет служить основным поводом для расчета скидок или, наоборот, увеличения стоимости полиса. Уже с 1 августа все страховые компании обязаны предоставить в эту электронную базу полную информацию по заключению, изменению и расторжению договоров страхования, а также по убыткам в рамках этих договоров. На сегодняшний день уже 69 страховщиков активно тестируют систему. Однако надо понимать, что с 1 августа только страховщики отгрузят всю необходимую информацию в базу данных. Дата, с которой автовладельцы смогут сами войти в систему и посмотреть, насколько их страховая история безупречна, пока не установлена. И еще один нюанс. 1 августа начнется загрузка данных лишь по новым договорам. То есть в истории не будет сведений по договорам, действовавшим до этой даты. Следует также оговориться, что история по добровольным видам страхования никак не будет влиять на историю по ОСАГО.